Социологи Всероссийского центра исследования общественного мнения выяснили, что больше всего пугает россиян. Как оказалось, сильнее всего наши граждане беспокоятся за будущее детей. Такой ответ дал почти каждый третий респондент. Мучает многих участников опроса также страх, что кто-то из близких может заболеть или умереть. Боятся люди и нищеты, страх потерять деньги есть почти у четверти жителей нашей страны. Почти столько же с ужасом ждут старости. В список самых страшных вещей попали также ядерная война и национальные конфликты, сообщает